В этом году дорожный ремонт во дворах областного центра проводится в 3 этапа. В первом случае в порядок будет приведено дорожное полотно подъездов к школам и садам. Вторая очередь коснется так называемых сквозных или транзитных кварталов. Но на третьем этапе спецтехника дорожно-эксплуатационного предприятия войдет в каждый проблемный двор. В основном работы будут проводиться вот этими машинами. Это струйно-инъекционным способом с применением битумной эмульсии и щебня. Но в то же время и будут работы проводиться и горячим асфальтом. Где-то примерно через неделю, через две мы начнем работы и горячим асфальтом. Ну, это здесь будем выбирать уже в зависимости от разрушения, в зависимости от состояния дорожного покрытия во дворах. Мы выбираем, каким способом будем производить этот ремонт. Но пока горячим асфальтом мы еще не работаем. Сегодня дорожники латают дыры и мелкие трещины во дворах микрорайонов Востоки Вулика. По словам заместителя председателя Брестского горисполкома Николая Якубовского, самых проблемных участков в областном центре. Проблема острая, она назрела уже давно в городе, особенно в кооперативных домах, ЖСПК так называем. Потому что если еще дома местных советов, где ЖРЭУ, там еще финансирование было, сейчас уже его, ну, эту статью убрали в связи с новыми жилищными этими правилами. Поэтому работы очень много и работа нужная. На ремонт дворовых территорий в областном центре из городского бюджета планируют выделить порядка 3 миллиардов рублей. По предварительным данным, все работы по реконструкции дорожного полотна работники ДЭП будут вести с августа по ноябрь.